В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проекта «Улицы Победы» в Новочебоксарске продолжается ремонт улицы Винокурова. Улица Винокурова – центральная в Новочебоксарске. Она названа в честь знаменитого танкиста Вячеслава Винокурова, первого героя Советского Союза из Чувашии. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал проект «Улицы Победы». В течение этого года в 83 регионах страны, включая нашу республику, дорожники благоустроят объекты, названия которых связаны с Днем Победы или советскими воинами-героями. Погодные условия в этом году позволили раньше приступить к работе. На участке уже убирают старый бордюрный камень и завозят необходимые материалы. Сейчас задействованы две бригады по 7 человек, два погрузчика и самосвалы, которые вывозят бордюры. В принципе, это обычный ремонт проезжей части, и никаких тут подводных камней особенностей нет. Стандартные виды работ, ничего сложного, в принципе, нет. Просто объем достаточно большой. Объем работ действительно большой. Общая протяженность улицы Винокурова почти 4 километра. Сейчас приступили к ремонту заключительного участка. Здесь заменят бордюры и уложат два слоя асфальта. В планах отремонтировать посадочные площадки, ливневую канализацию и прилегающие тротуары и нанести новую разметку. В ходе проведения открытого аукциона общая стоимость работ на этом участке составила почти 54 миллиона рублей. Условием контракта предусмотрено досрочное завершение работ. Подрядчик к этому стремится, а срок завершения работ – конец июля 2020 года. Богдана Дойникова, Республика.